Хотя никто не сомневается, что мама всегда и все сделает для своего ребенка, в самоотверженность некоторых женщин порой просто трудно поверить. Супруги Борис и Кристина с нетерпением ждали рождения сына, не зная, какой страшный выбор им придется сделать. Когда пришел срок, Кристина собрала вещи и вместе с мужем отправилась в роддом. Рано утром она опубликовала на своей страничке свое последнее фото с животом и подписала: «Единственная причина проснуться этим утром – это рождение малыша». Но после стандартного обследования супруги услышали страшную новость. Врачи обнаружили осложнение, а точнее попадание околоплодных вод в кровоток матери. Это очень опасно для жизни как матери, так и малыша. Врачи предупредили, что сердце ребенка может не выдержать, и приняли решение срочно делать кесарево сечение. Кристине предложили два варианта на выбор: использовать общий наркоз, который сделает операцию более безопасной для матери, или минимальная анестезия, более безопасный вариант для ребенка, но крайне опасный для женщины. Но будущая мать не сомневалась, она сказала, чтобы врачи делали все так, как будет лучше для младенца. Вскоре после этого маленький мальчик появился на свет. Кристина спросила, сколько весит ее сын, и услышала в ответ 3400. Эти слова и первый крик сына были последним, что женщина услышала в жизни. Борис признается, что боится того момента, когда сын спросит, где его мама и что с ней случилось. Он лишь надеется, что сын не будет винить себя и всегда будет помнить лишь то, что мама любила его больше жизни. Маленький сынок всегда окружен родней, а папа старается проводить с ним как можно больше времени. Однажды он покажет сыну это фото: счастливая мама, обнимающая свой живот, готовящаяся отправиться в больницу. Мальчик никогда не увидит свою маму, но ее полный любви взгляд будет сопровождать его на жизненном пути. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.